Вот сейчас мы с Лёхой скажем мнение про Black Ботинки, песня «Все звезды на небе». Мне она понравилась. Вот, Влад Сахаров, спасибо тебе за эту песню. Мы с Лёхой послушаем, она нам очень понравилась. Она заслужена, что мы ее продвигаем, и что я это видео снимаю. Вот, Лёха, скажи вот в экран про это, конечно, видео. Нет, ты вот послушал, и тебе тоже понравилось. Вообще, да, она такая вот песня. Нормальная песенка, вот в чем дело. Главное, ты там очень старался, все хорошо. И когда она будет продвигаться, и потом, когда она будет уже в развитии, вообще все другие песни. Вообще, это вообще обалденно, да. Вот про Black Ботинки я всем хочу сказать, это нормальная группа. Я даже не ожидал от этой группы, от этой песни такого. Ну, вот. Дальше нормально, будет охуительная песня. Да, вот наше мнение с Лехой. Вот. Да, вообще пиздатая. Вообще классная, вот я вам честно говорю. Пиздатая песня. Да, это мое мнение. Вот, Black Ботинки, все звезды на небе. Живи. Потому что ты, конечно, только еще начал петь. Это первая песня. Надеюсь, дальше песни будут такие же хорошие. Если будешь там заебись писать, то будет охуительная песня. Да, кстати, она и складно сделана, и хорошо спета. Вот в чем главное. Складно и хорошо спета. Если мне понравилось. Если хуёво делать, значит, она хуёвая будет. Нет, она нормальная. У тебя там. Нет, группа нормальная. Распадется сразу же. Да. Нет. Тебе вот эта песня, тебе же понравилась? Не, она заебательская песня. Песня. Главное дальше, видишь, дальше главное, чтобы нормально пел. И в основном мне она из Лёхи понравилась. Мне она сразу понравилась, эта песня. Заебательская очень даже. Вот, вот я что хотел сказать, вообще супер так держать. Вот, мы, короче, когда покуривали, вообще балдели. Мы аж балдели под нее. Вот в чем дело. Спасибо, конечно. И я всем рекомендую. Вот кто смотрит мой канал, смотрите все мой канал. И кто смотрит мой канал, Black Ботинки, слушайте. И Black Ботинки добавляйте в себе в ВКонтакт. Потому что я ее рекомендую. Я как хуёв, уже продвинутый блогер, продвинутый ютубер. Вот, потому что мне она понравилась. Там всякое вообще есть в ней. Нормальная вообще песня. Вот, супер. Вот в чем я хотел сказать свое мнение, свое про нее. Я очень долго думал, как бы это выразить благодарность об этой песне, то, что она мне понравилась. Black Ботинки. Ну в чем дело? Она потом будет продвигаться. Не только одна песня. Это будет начало этой песни. Вот эта я песня. А потом будут другие песни. Песни будут еще. Ну, если ты будешь продвигать жутко песни свои, они будут. Имею в виду, если будешь еще писать, жутко, еще лучше писать. Тут как-то да, и складненько, и круто, и все. И музыка в душу берет, и сердце вообще классно. А у меня на акустике вообще она жжет. Ох, вообще класс, вообще отмена. Вот Леха даже очень понравилось, ему обалдел от этой песни. Он вообще кайфовал. Да, честно. Я вообще жутко. Честно, ты же мне говорил, что вообще она мне понравилась. Я вот тебе сказал послушай песню, а ты думал, кто это такой хороший исполнитель? Да, вот думаю, я говорю, тебе Black Ботинки. Black Ботинки. А он говорит, что я даже не поверил. Он не поверил даже, что это вообще неизвестная песня. Думал, что уже про это. Спасибо тебе и всем, кто меня смотрит. Пожалуйста, слушайте Black Ботинки, смотрите, вообще классная песня. Кстати, скоро это будет, как называется? Привет, передавайте. Привет, передавайте. Вообще, да, ВКонтакт и все. Я вам стараюсь отвечу. Давайте. Спасибо за такую песню, что я очень ее оценил. Заебальская песня. Вообще хорошо. Просто мы с Лехой по маленько выпили, вот в чем дело. Вот. И я даже не маленько. Вот почему маленько и не в форме. Я-то меньше. Вот. Ему очень тоже понравилось, как мне. Спасибо и благодарю.